Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Москвичам расскажут о способах снизить свой экологический след. Как сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, в экоцентре Воробьевы горы пройдет интерактивная экскурсия «Как снизить свой экологический след». Посетители смогут найти ответы на следующие вопросы. Что такое экологический след и есть ли он у нас? Всегда ли повышение качества жизни означает увеличение потребления природных ресурсов? Как мы воздействуем на окружающую среду в нашей повседневной жизни? Можно ли жить хорошо и потреблять меньше? Мероприятие состоится 14 января. Уточняется, что с собой необходимо взять сменную обувь. На этом у меня пока все, а еще больше интересных новостей на сайте mymsk.online. До скорого!